доброго ранку. Прокидайтеся, уже 8.12 на годинниках, і ранок істиває в ефірі. Андрій Сайчук та Юрія Банкова спробують допомогти, спробуємо ми допомогти вам прокинутися. Я на початку, до речі, програми сказала, що сьогодні 4 березня, сьогодні 4 квітня. От потім виправили, нагадав мені про це. Отож, середа, середина тижня, і далі ми обіцяли сьогодні вам музику в ефірі. І хочу залюбки представити нашого гостя. У нас в гостях сьогодні Сергій Чантурія, один із найкращих рок-музикантів не тільки України, а й всього світу. Доброго ранку. В котрому зі своїх інтерв'ю ви сказали, що рок-музика – це споконвічно протестна музика, опозиційна музика, що це стан душі. Не всіх можна називати, там, хто грає там, відповідну якусь. Нам здається, що це рок, а насправді це має бути стан душі. Проти чого ви з 13 років з гітарою, і весь цей час ви в такому саме в цьому напрямку. Проти чого все життя протестуєте? Ну, тут немножко неправильна така трактовка, тому як музика протестна, дійсно рок. Але музика мене, як рок-музика, вона мене поразила в першу чергу енергетикою, звуками, мощю своєю. А пропагандувалося все життя, ну, це любов, це хороші відносини, це постійний мажор, любов з жінками, це постійна мені тема. От, тому у мене, як би, лісових таких настроєнь немає. Пан Сергій, ваш вчитель, який вчив вас, власне, грати на гітарі, він сам джазмен, відомий джазмен Владимир Молотков. І як от ваш, як правило, мені здається, що з часом, дуже часто так буває, принаймні, що, от, наприклад, рок-музиканти якось так еволюціонують до джазової музики з часом, а ви от якось навпаки починали фактично з джазу, з джазової музики. У мене все наоборот, видно, така в мене судьба. Ну, Молотков був геніальний, звісно, преподаватель, він воспитав дуже багатьох гітаристів. Це Ігор Бойко, він в Москві зараз самий рейтинговий, якщо так можна назвати, преподаватель гітари, іменно по джазу. Вот. Я ушел в рок, потому что познакомился потом с Олей Рагаиной. Это самый ведущий рок-музыкант у нас был. И он у меня свой маленький, еще меньше меня. И моей энергетикой он меня, конечно, порвал. И мне хотелось вот начинать вот играть рок-музыку. А Молотковский фестиваль будет, кстати, вот скоро, 20-го, 21-22-го. Тоже конкурс гітарний імені Молоткова. Ви пропагуєте, там, кажете, любов. Натомість були пропозиції від політиків пропагувати і політиків, за когось виступати. Ви від цього відмовляєтеся принципово. В чому вони вам не імпонують, ніхто із наших політиків? Чи в чому річ? Ви знаєте, яка ситуація? У мене було пару разів, мені пропонували виступити перед студентами на Трухановому острові, це в канун революції оранжевої. Я пришел выступать и чувствую, что там все-таки настроение не молодежное, а какие-то вот, ну, оно энергетика чувствуется. И второй раз меня пригласили в студию, и когда я начал говорить совершенно не о том, что происходит, на меня смотрели как на идиота. Это не моя энергетика, я не люблю это, я не, это, знаете, не получается, чтобы быть для всех хорошим, раз не выступает. Это не мое, я это не люблю. Я знаю очень много, я по интонации чувствую, когда человек врет, когда он говорит не то, и меня это раздражает, и говорить «да», или постоянно спорить, это не мое. Мне хочется, если спорить, то уже серьезно, или там подраться, или там, ну, такого не бывает. В эфире неэтично просто. Поэтому это вот. Тем не менее, там, ну, американцы дуже часто, например, в американцев дуже часто там рок-музыканты відомі підтримують ту чи іншу партію, коли вважають, що ну, от важливий якийсь там переламний момент, там, чи війна десь там, чи треба вивести війська звідкилясь і так далі. У нас теж видається, що ці парламентські вибори досить визначальними будуть, які будуть восени. Мне кажется, если говорить на эту тему, там, помощь детям, вывод войск, так это можно, в принципе. Хотя настоящие рок-музыканты такие, чем они серьезнее, чем они злее, тем они меньше вкладывают свои эмоции в политику. А такие вот поп-рок-музыканты, может быть, они живут идеями страны. Моя задача – это главное не показывать свое лицо и идти политическими, под политическими какими-то гаслами, а лучше помогать делать свое дело. И если лучше натурально помочь тем же детям, которые страдают онкологией, допустим, в Ахмадете, где я недавно был. Это гораздо эффективнее будет, мне кажется. Мы знаем, что вы приходите до них, просто играете бескоштовно. Я один раз был там, и меня, знаете, меня так поразило, и я под впечатлением неделю ходил. Если бы я был богатым человеком, то поверьте, что я бы обязательно что-то для этого сделал. Дуже багато про що хочеться з вами говорити, але хочеться, звичайно, і послухати. Ви сьогодні з гітарою у нас і заграєте. Ну, таке. То, что получится экспромтом. Обычно играю на электро гитаре и на сцене, знаете, когда там другая атмосфера, другие звуки. А на акустической гитаре дома обычно пытаюсь писать какие-то мелодии, вот, фантазии какие-то там, не знаю.
воспитание джазовое, но все равно в рок-хольсе. Хотя джазовые аккорды такие там, пассажики. Сыграем, может быть, какую-то лирику. Зато про вас точно не скажет, что там, знаете, как рок-музыкант не сможет играть джаз, знаете. Нервничаю. Играть, конечно, роковое настроение. Имитатор выпал, видите, как нервничаю. Все-таки, сейчас я прошу прощения. Уже пальцы еще не прокинулся. Да, пальцы, Сыграли. Скорее всего, голова не проснулась. А так хочется, конечно, играть. Что-нибудь там. Хочется включить, так будет. Як може нервувати людина, яка вже, не знаю, з 13 років з гітари, і таке хіба буває? Да, гітара безконечна. Це філософія така, як, наверное, як космос. Вроде кажется, вот сегодня научусь вот это вот и буду все достоин, свободен, счастлив. Нет, как начинаешь копать. Еще Молотков говорил, что я вот иногда думаю, зачем взял в руки гитару? А с другой стороны, если бы ее не было, то жизнь была бы скучна. И пусть бы скрипочку, например. Я хотел на скрипке учиться. Да? Да. Но... А чем гитара переважила? На гитаре, конечно, в то время можно было научиться играть позже. Потому как этот инструмент был как бы... У нас же была классическая школа в основном. А на скрипке нужно было с детства идти. А с детства у мамы не было возможности. И она говорит, будешь хорошо учиться, сдам тебя на скрипку. Я его болтал, он мне купил мне гитару. Я начал играть. Вот. Но, как показала практика, то на гитаре тоже нужно научиться с 4, с 5, с 6 лет. Як показує практика, на Ютубі є безліч уроків гри на гітарі, і зараз, здається, вчаться так грати мало не кожен, там, третій, п'ятий, не знаю. Ви знаєте, мені хотілося давно зробити вже школу по серійній методиці. Вот, вона розписана. Это занятие где-то продолжается полтора года со всеми учетами. Плюс мы туда хотим вкладывать и юридические аспекты, и работу на сценический образ. И, то есть все, что касается, когда человек выходит уже с какого-то заведения, и он уже может там что-то играть. Вот, пока не получается. Но по компьютеру, это моя точка зрения, учиться ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что там нет методики, там нет системы. И там нужно все равно общаться с живым человеком, который будет указывать на твои недостатки. Человек не знает недостатки, он не знает, как ставить пальчик, ручку, и она у него мышца запоминает, а потом это влияет на технику, на изначение, на манеру, на характер, ну, на все. Давай я пропоную подивитися відео, так, де Сергій Чантуря на сцені. Thank you.
Не знаю, от для людей, які тільки зараз, наприклад, починають вчитися на гітарі, ну, не знаю, мені здається, до речі, що гітара, там дуже велика конкуренція завжди. От, ну, всі хочуть грати на гітарі, всі підлітки там мріють створити якусь групу, і там 100% має бути там, не знаю, ритм-гітара, соло-гітара. Що б ви їм порадували? Наскільки от можна ну, дійти своєї мети і стати, не знаю, хорошим музикантом? Ну, правильно сказали по поводу конкуренції. Очень радує, що гітара продаются, если раньше была одна гитара, то сейчас можем иметь много, если родители есть возможность покупать ребенку гитары. Да, самая большая проблема в том, что гитара, она настолько вовлекает, это как наркотик страшный, она вовлекает, и кажется, вот сейчас встану и буду играть. На самом деле это огромный труд, это по 4, по 6, по 8 часов в день, для того, чтобы стать профессионалом и понять, что такое инструмент, чтобы начать самовыражаться, потому что играть кавера, переигрывать чужую музыку, это можно, но в любом случае не будет, как бы не будет счастлив. Поэтому это в первую очередь нужно понимать, что взяв гитару, это огромный труд и любовь к этому. Вы помните свою первую электрогитару? Да, это была самодельная гитара у меня. Я ее когда купил, я был счастливый, думал, самая лучшая в мире. Я писал про нее где-то в интернете есть. Это был из акустической гитары Гриф, там самодельное дерево из ореха, правда, ну такая. Скільки років вона у вас прожила? Вона недовго, була года два. А звук як на неї був? Такий, як з джипсом? Ну, на то время оказалось самым лучшим. А примочки там все, все це як? Примочки у мене позже появились. Примочки ми грали фьюжн, джаз-рок, там, темп-темп. Такі негритянські музики всякі раз. Хто тоді для вас був кумиром? Чи з кимось зі своїх кумирів, наприклад, там юнацтво, ви зустрілися потім десь на сцені або якось інакше? У мене от така, може бути, неправильна філософія. У мене всі музиканти, значимі, які достигли своїх результатів в житті, являються всі для мене людьми, которыми я восхищаюсь. Ну, любимими, звісно, це у мене Ван Хейлен, це Джиммі Хендрікс. Недавно на мастер-классе сказал, я его понял совершенно недавно, лет 20 назад, там смеяться начали. И сегодня Стиви Вай, конечно, его философия мне будет ближе всего. Ну, ясно, что с Джимми Хендриксом вы, напевно, не перетнулись, але здається, що нас каже, що вже кінець. Клас. Треба нам прощатися. Добре, у нас був Сергій Чентурія. Дуже приємно було бачити вас в студії. Один з найкращих українських, ну, загалом, до речі, уродженця Грузії, Аджарі, та от який живе вже дуже багато років у нас в Україні. Дякую вам, що прийшли до нас. Реклама на телеканалі «Тивай».